Всем здорово, мы продолжаем, да, я сразу решил продолжить, да. Так что... Открываем дверь. Мы опять теряем рукоять? Чё, опять та же система? Другого я ничего не вижу. Чё за... Вот это... Ну опять, да, мне придется возвращаться. Чё-то тут такое... Чё творится вообще здесь? Вуаля, бич. Заось, поехали. Я что-то нашел. Какой-то алтарь посидеть. Алтарь, блядь, посидеть. А как мне это? Я даже не зацепился, блядь. Как я вообще с первый раз это сделал? Чё, блядь? Так, стоп. Либо надо просто подойти. Либо, блядь, как я в первый раз-то запрыгнул. Понятненько. Мы научились новому финту. Да. Блять, ты встал в стойку, как будто еще махач должен был быть. Так, тут тупик, понятно. Бежим наверх. Там вон та херня. Ёбана рота. Ты понимаешь, что это значит? Че эти хуйни? А живут. По-моему, мы что-то сделали не то. По-моему, сейчас будет геноцид. И всех это того порешат. Все, пизда нахуй. И он такой, а хули я, да? Бля, а, еще и правильно. Так, подожди, а тут чё? Тут ничего. А, типа тебе на браслет этот насрать, да? Ты хуй знает, куда движешься. Окей, новый добудем. Окей. Чё мы вообще делаем, я не пойму. Так, шки. Сохранение. Бежим дальше, короче. Бля! Классно подставили. А ты чё не хватился-то? Угу. Похуй на тебя. Бежим дальше. Блять, хватайся там пламя нахуй. Это пиздец, стрёмно так, знаешь. И чё, типа, дальше? Всё, типа? Я думал, внизу выход. Здрасте. А чё делать-то? Что опять-то за хуйня-то такая-то, да?
И почи галявалё. Ах ты ж сука. Так я это типа правильно сиганул. Я не достал. Вау. Блять. Где мы вообще, блять? Чё мы тут делаем? Чё сзади? Сзади выход, да? А чё эти письма значит, блять? Он их, конечно, не берет, но... Знаешь... Типа тайничок... Типа ты дебил, ты понимаешь это? И пошел ты, блядь. Я нашел и все, типа. Так, ладно, поехали дальше. Такшки. Такушки. Прожог. Все, блядь, скрипит, все нахуй сейчас рухнет. Сейчас, блядь, будет, походу, ран, Вася. Так, куда мы вообще движемся, мужик, объясни. Я, конечно, понимаю, я тобой управляю, но... Блядь, куда мы движемся? Ой, все нахуй, ой, все. Ты дебил. Ты дебил. Нахуя слез? Нахуя ты слез? Давай. Почему всегда все вечно работает, когда ты... Залезешь туда. Сейчас будет охуенно, если эта хуйня еще начнет опускаться или что-то. Типа того. Вау. Бум. Ананас. Кто будет ананас? Вы любите ананас? Так, я понял, эта хуйня будет наклоняться, и мы такие... О-о-о. Да, только я понял это, когда уже полетел в бездну. Да, так и живем. Так. Чё вы мне покажете? Оу. Чё это, блядь, сейчас было? Ловушка, что ли? Так, бежим дальше, окей. О, блядь, что-то активировалось. Я не пойму, нами играет, что... А, блядь... Чё? Чё, блядь? Чё это сейчас было, мля? Да, блядь, и ты и так сдохнешь. Блядь. Ноу. Сука, там темно, непонятно, где прыгать. Хули, кто лампочку выкрутил, пидорасы? Понаедут здесь всякие. Так, включай, я не знаю. Бежим назад. Блядь, чё упал? Так, но она... Она, по-моему, до конца раскрывается. Ну, шанс добежать есть, я так понимаю. Но если нет, то мы не заберемся туда наверх. Блядь! Сука, вперед бежать проще, ты видишь... А, свет вырубается, вот в чем прикол. Это типа запомнить должен. Каков путь твой? Да пребудет с тобой сила. Ноу, не убивайте меня. Успел. Прогулка по крышам городов. Так. Иди нахуй. Ух ты ж, блядь. What the fuck? Чё мы создадим? Мы создадим пизд. Мы затушили эту херню. О, ещё.
А мне что делать? Ну явно не вниз прыгать, я понял. А дальше чё? Ну хули, подождём. Подождём. Походу не в этом сила. Блять, а как так-то? Я понял. Я понял. И вот так-то. Я понял. Я, блядь, все слова забыл. Чё за наушники? Ну да, я играю в наушниках, и чё это значит? Что сейчас будут... Блядь, сука, резкие звуки. Так, заглохни. Ах, ты ж ёбан. Ах, ты ж пиздец. Ага, сука, я прям, блядь... Понятно. Нихуя себе в темноте ориентироваться. Ага, понятно. Бля, я не знаю, как я долго это, сука, буду проходить. Это ж пиздярики. Да, блядь, сука, остановись ты за, сука, метр. Не сломя голову, беги. Блять, аллилуйя, я, сука, выбрался. Да заебись, ищ... Нихуя себе. А, так это тюряга. Чё? Это типа колония какая-то. Нефтяная, что ли? Еба, миру типа пизда пришла? Бля, ты чё, в воде утонешь или водорадиоактивно? Бля, ебать. Здравствуй. Чё-то охуеть, ты чё такой нахуй, а, блядь? Я ж, блядь, нахуй обосрался. Хули мне делать? Чё ты меня запалил-то, ёб твою мать? Обоснуй, сука. А, блядь, на корточках, сука. Тебе типа ультраслух, ёбаный рот. Хуйня ты, блядь. Можно идти? Пидор. Музыка такая прикольная. Так, ну естественно мне наверх. Нет, сука, прикинь, наебали. Так, да это да. Сука, ты, блядь. Надо же упасть прям, сука, вот в эту миллиметровую трещину. Отвязать можешь? Нет. Это хуёво. Понятненько, будем пытаться. Хуль ты погодим видишь? Ладно. Ha ha ha!
Ты гонишь? Ты, сука, гонишь? Весело. О, бля, курица. Освободи курицу. Ой, трупак. А, ну да, это типа мы выпустили. Тихо ты, бля. И вот это типа все, пизда, всем пришло. Ни хрена, люди так рядом выживали, что ли? Ой, чё это? Ай-яй-яй. Бля, подожди, я думал, что у меня наручник есть. А у меня нет наручника. Так. Я так понимаю, сейчас приплывет он та хуйня. Если мне не помешает робот, да, которого я там видел, то все заебись, мы каким-то хером сейчас уплывем. Наверное. Возможно. Ну, давай, шарманка, крутись быстрее, там люди. Ну, скорее всего, трупы, да. Так, отдай мне эту. Так, и чё? И всё. Поплыли, блядь. О, а там мужик тоже дохлый. Чё тут твори... Стоп. Мы выпустили роботов, и они все нахуй всех? А нахуй я их тогда создал? Ой-ой, 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 всё. Бля, еще далеко, а? Прилично. Ладно, поехали. Ну, свети ты. Пиу-пиу. Да, весело. У нас дела обстоят так. И ну не. Это я сейчас это чуть-чуть в жопу попал. Али, я могу стоять. Убивай. Ах, ты. Ух ты, блядь. Поехали, короче. Угузуй. Да ёб твою мать. Угузуй. Ох, это кубина. Так, вот так вот и все. Окей, тогда до самого так прям впритык, впритык. Надо как-то... Ты ж можешь просто сесть, да? Поехали. Давай. Проскочи ее. Давай, 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 давай. Есть. Поехали дальше. Блять, тут еще одна хуйня. Вот это я попал. А, стоп. А как я? О, блядь, а мужик живой? А, стоп. Так это ничего, он типа нажравшийся. А как мне это та-та-та-та? Ты-ты-ты-ты.
я понял. Нет, я не понял. Ну и все. Труп. Чё-то вай. Вообще. Нихуя не пойму. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Достанет? Печально, нет. Ну я все, теперь понял. Есть. Мы прошли. И попали хуй знает куда, но на улице. О, хорошо накрашенная машина. Там кто-то упал. Там трупаки упали и что-то еще. Ебать ты изобрета. Че это? Вау. Мы типа приручили себе что-то. Блин, смотри. Буду звать тебя песик. Хуй ты знает, что на самом деле. Ты песик. Ты можешь что-нибудь придумать? Песик, а ну встань тут. Песик, хуёсик. Так. Нет. ППП. А чё мне надо-то? Как мне надо? Блять, сука, это даже еще проще. Это сетка, сука, перелезь через нее, не еби мозги. Так. Ну, назад. Я не вижу смысла двигать. И водка исчезла, естественно. Ай, так. Варианты. А ну, я не ебу. А что я должен с ним делать? Бля, ну я не ебу. Уйди он туда, в Тадж-Махал. Так, ну. Тут ты рядом проходишь, да? Тоже нет, и это тоже нет, и то нет. Стоп, а он туда... Ты можешь? Хм. Короче, я не знаю, хули тут делать. Чё это там, блядь, нарисовано, нихуя не видно. А хуй его знает, что делать тогда. Что делать тогда? Да хуй его знает, что делать. Думаю, на этом-то закончим. А то мы сидим уже как раз по времени нормально так. Ой, а это уже будем решать в следующей серии. Так что всем спасибо за просмотр и пока.